У нас здесь такой коллектив, но только одна женщина. Мужской коллектив. И тут как-то один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее. И до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, ну, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевне. Черная грязь! Отвратительная баба! Блядь, последняя! Владимир Рудь, вот, а как материться иначе? Нельзя! А как иначе? Поэтому от лица, я думаю, всех мужчин, я хочу извиниться перед ней. И считаю, что мы должны все поблагодарить ее, что она с нами, поздравить ее с этим праздником, пожелать тоже здоровья. Конечно, победить она вряд ли победит, это буду я, но все равно... Я хочу вас поздравить с этим праздником. Ну, пол – это не мой потолок, но мне приятно. Спасибо. Спасибо, Павел Николаевич. Все, я покидаю ваше мероприятие. Спасибо большое.